Евростат подвел предварительные итоги, что и насколько подорожало с начала года. Так, в первые дни нового года поднялась стоимость некоторых товаров, услуг и продуктов питания. Специалисты зафиксировали сезонное повышение цен на овощи. Огурцы теперь стоят на 30% дороже, чем в конце прошлого года. На 15% поднялась стоимость капусты и помидоров. Средняя цена на яйца сейчас держится на уровне 62 рублей. Также, по оценкам экспертов, стоимость гречки упала, правда, незначительно. А вот ценники на рис и сахар резко подскочили. С начала месяца в Кировской области вырос рис на приблизительно на 11% и сахар почти на 9%. Это товары, по которым мы наблюдаем наибольший рост среди продовольственных товаров.